Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Хранитель Кладбища. И помните, мы в прошлой серии с вами наконец-то добились того, что сможем теперь копить синие очки опыта. Ну что же, поехали, будем смотреть, что у нас там новенького в церкви. Сейчас посмотрим, кстати, древо технологий. Нам дофига куда нужно синенький. Вот сюда, например, да? Чтобы журналистом стать. В общем, все это будет у нас впереди. А пока идем в циркушку, посмотрим, что мы можем там хорошенького сделать. Или плохого, неважно. Так, заходим. Плюс один, плюс один. Плюс два. Так, что у нас здесь? Начать молиться. Провести проповедь можно будет только в следующий... вот этот вот. Не знаю, то ли это понедельник, то ли это... Черт его знает. Так, ну что, давайте тогда мы сходим с вами сюда вниз. Ага, тут у нас тоже много чего. И исследовательский стол. Нам нужно, ребята, стекло для того, чтобы делать колбы. Пока мы этого ничего не можем сделать. Так, расчистить путь. Понятно, деревянная балка нужна. Она не скоро у нас появится. Давайте дальше тогда посмотрим. Ах, тут можно сломать. Давайте вот эту вот мы сломаем. С удовольствием. Хорошо-то как. Тут тоже можно сломать. Ну, якобы это не нужно нам, поэтому все идет под снос. Так, испорченная книга. Две штуки, сложные детали. Понятно. Что это у нас такое? Смотрите-ка, стол какой-то. Исследовать. Исследовательский стол, ребята. Выберите предмет для исследования. Хоу, предмет для исследования. Интересно. А что я могу? Деталь исследовать, что ли? Ну да. Так, секунду. Наука. Вы можете называть это верой, вдохновлением, уверенностью. Важно то, что она так же как могущественна, как деньги. Что-то странное, ребят. Я пока, честно говоря, не особо понял. Неужели тут можно все исследовать? Так, хорошо, давай посмотрим здесь, что нам нужно. Опять нужна эта балка. Давай ломать. Все, что ломается, будем ломать, ребята. Так, что это у нас тут такое? Не хватает места в инвентаре. Так, посмотрим, что у нас. Так, так, давай-ка мы, наверное, с тобой съедим грибочки. Я думаю, можно их все съесть даже. Так, что это такое? Обычная молитва. Плюс 10 необходимо, чтобы гарантировать успех проповеди. Парочка обычных слов, но никакого вдохновления. Тем не менее, это как-то работает. Эффект вера x2. Создается на письменном столе. Так, хорошо. А как это вот все нам использовать? Уничтожить? Нет, это мне не нужно. Заметки, мы с вами подобрали какие-то заметки. Может быть разложено на исследовательском столе, чтобы получить... Ах, вот оно что. А ну-ка пойдем-ка вот сюда. И сейчас мы проверим. Заметки, значит, да? Разложить. Вроде бы как разложил. Разложив, вы получите 4 науки. 4 науки мы с вами якобы получили. Не знаю, куда это нам все пошло. Но факт остается фактом. Так, теперь нам нужно, ребята, с вами как-то... Молитву мы можем только в определенный день, по ходу дела. Это же день или это часы? Что тогда мы можем здесь сделать? Церковь. Качество церкви 5. А как же мне, например, ее улучшить? Тоже вопрос интересный. Мне просто, ребята, в данный момент очень нужно синенькие вот эти вот очки опыта, чтобы уже начать действительно тут развиваться. Смотрите-ка, создать заметки. Создается на письменном столе. А в данный момент у нас сделано исследование. Так, это стол, старые книги и любопытные. Мы получили перк. Ты зришь в корень и находишь саму сущность вещей. Ты можешь получить историю, изучая предметы.
То есть, получается, любые, да? Кстати, вот это надо создать. Что это у нас такое? Создаем бумагу из свиной кожи. Чистая бумага создается у нас. И церковный верстак. Хорошо, давай посмотрим. Потом, наверное, мы с вами сделаем письмо и журналист. Хорошо, пока. Так, здесь мы можем, например, вот это изучить. Отличненько. Что-нибудь еще можем? Пока вроде бы нет, ребята. Больше ничего не можем. Мы дошли, как говорится, до своего тупика. Дальше уже нужно синие камни нам получать, чтобы хоть как-то дальше двигаться по крафту. Ладно, мы с вами получили что-то там церковное. Надо посмотреть, где оно делается. И хотелось бы узнать... Ах, вот, все, я понял, ребята. Когда вот этот значок будет, видимо, наверху, тогда мы сможем с вами сделать молитву. Видите, оно потихоньку сдвигается. Все, понятно, в принципе. Будем только ждать этого момента. Так, что мы можем здесь с вами построить? Мы новенькое что-то изучили. И это так... Это не то, не то. Площадь не то. Козлы, все это у нас было. Странно очень, но мы же там вроде бы как что-то выучили. И выучили мы с вами по технологиям, если смотреть. Это у нас где-то вот здесь, по-моему, да? Вот. Церковный верстак. И где же мы это можем сделать? Не написано, кстати, где мы можем это с вами сделать. Написано, что вот... Бумага создается на нем и чистая бумага. Нет, чистая бумага создается на письменном столе. Нет, и на верстаке тоже. А где нам его сделать? Как? Надо будет потом сходить в циркушечку. Так, спать, 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 спать. Нет, мы не будем, ребята, с вами отдыхать, потому что, смотрите, уже вроде бы как подходит. Скоро, я так понимаю, это у нас наступит утро. И мы с вами сможем уже приступить к проповеди. Ну, проповедь это, конечно, хорошо. Но вот для чего, знаете что, ребят? Вот это вот. Как это использовать? Обычная молитва. Это, наверное, когда у нас можно будет проводить молитву. Надо будет юзать. И тогда у нас пойдет, наверное, все это дело в гору. Так, ну... О, почта, подождите-ка, ребят, смотрите-ка. Что-то тут у нас пришло. От управляющего по казенным делам Его Королевского Высочества, мы рады поздравить вас с возобновлением работы кладбищенской церкви. Также с радостью доводим до вашего сведения, что начав использовать землю вокруг церкви, вы автоматически попадаете под действие королевского права. Несмотря на то, что само здание принадлежит церкви, земля в пределах церковной ограды на поверхности и не глубже первого королевского прыжка и четырех плевков принадлежит городу. Посредством этого почтового ящика вы можете получить доступ ко всем услугам, предоставленным бюрократическим аппаратом нашего королевства. Хорошего вам дня, и помните, король Джо VII заботится о вас. Разрешение на эксгумацию. А, смотрите-ка, я уже могу запросить. Только дело... Вопрос денег, короче. Гражданин. Гражданин. Плюс 30. Давай заплатим, наверное, да? Так, королевская мясная печать закрыта. Разрешение на строительство тоже закрыто у нас пока. Так, хорошо, давай посмотрим, полноправный гражданин. Смотрите, ребята, все почему-то закрыто. Документы полноправного гражданина, пропуск в город, торговая лицензия. Нужно 30 репутации. Купить 20 серебряников. 20 серебряников, ребята. Это даже не медаков. Тут 50. Я там не продинамлю время-то, ребята. Нет, пока вроде бы нормуль. Хорошо, давайте посмотрим, что тут еще у нас есть. Аристократ. А, ну все, понял я, ребята. Вначале мы гражданин, потом полноправный гражданин. И в конце мы становимся аристократом. В общем, вот так у нас получается. То есть в ближайшее время нам нужно с вами... Так, это, по-моему, и есть, да, королевская печать.
А это какой-то королевский, видимо, указ. Единственный вопрос, как эту репутацию нам получать. Но когда же ты дойдешь? Непонятно, вот неизвестно, сколько времени, ребят, нужно на это все, чтобы нам добиться успеха. Так, что мы можем сделать здесь? Клумба, ящик, место под могилу. Понятно, здесь этого, значит, нам нельзя сделать. Давайте тогда, а погоди-ка. Может быть, оно вот здесь вот делается? Нет, здесь тоже ничего не делается. Значит, давайте-ка вниз спустимся, может быть, вот здесь. Так, вот он, церковный верстак. Нам, блин, нам не хватает, ребята, гвоздей. 4 гвоздя нужно еще, так что придется за ними пиликать. И с вами сможем сделать. Соответственно, там уже будем делать всякие бумажки, заметки. Что-то такое впечатление, что время просто остановилось. Вообще не двигается. Значит, нам нужны гвозди, да? 4 штуки гвоздей. Они делаются у нас вот тут. Гвоздики, гвоздики. Оу, а у нас и слитков-то нету. Вот тебе и раз, ребята, вот тебе и два. Где у меня руда? Только не говорите, что у меня нет руды. Она должна быть, я же помню, что прекрасно ее куда-то выкладывал. А, вот она, ребята. Я же говорю, что должна быть. Фух, напугали меня, блин. Так, выходим. Тут, наверное, естественно, нужны будут дрова. Дрова-то у меня хоть есть, еще остались. Мало дров, очень мало. Так, давай выложим грибы. Дрова возьмем. Ну, дрова мы можем с вами, наверное, наколоть, я думаю. Для начала, естественно, сделаем чурок. Не хватает, ё-моё. Не хватает, ребята, у нас дерева. Естественно, нам придется с вами еще древесину сюда натаскать. Что ты будешь делать? Все завалено у меня. Пойду-ка, ребята, выложу я кое-что в наш ящик. И, пожалуй, это будет удочка. Пока она мне в ближайшее время, думаю, вряд ли пригодится. Похоронный сертификат у меня есть. Вот эти вот, наверное, можно уничтожить. Да? Хотя пригодятся, может быть. Так, еще 4 чурки здесь, ребят. Все, я понял. Давайте мы с вами вот здесь что-нибудь выложим. У нас тут места много. И, пожалуй-ка, мы положим... Нет, очильный камень нам, наверное... Вот этот вот меч, нафиг мы его носим, ребят, да? У нас есть нормальный. Кстати, испорченную книгу мы, наверное, тоже с вами можем изучить. Мне почему-то кажется, что можем. Все, получили. Теперь давайте создадим дров. Дров. 7. Этого, наверное, маловато будет. Хотя посмотрим сейчас. Все, давай-ка затопим. Так, костерчик, гори. На 90 у нас, да? На 90, по-моему, мало. Но это предел. Пускай горит. Так, и теперь давайте уже заказывать слитки. Всего лишь, получается, у нас 3 слитка будет. Хорошо, теперь остается только, ребята, подождать. А в это время я, наверное, по-быренькому посплю. Так, смотрим. Я отлично выспался. Слушайте, ребята, тут время-то очень долго идет. Это, по-моему, даже... не день, а скорее всего как будто бы месяц. Очень странно. Так, у нас сейчас в данный момент вот на этом значке находится. Я хочу посмотреть, когда у нас можно поговорить с инквизитором. Он же, помните, говорил, что находится в определенное время. Где же инквизитор у нас? Инквизитор, я не понял. А, вот он. Так, значит, это что за значок? По-моему, со стрелочкой, да? Или вот этот вот? Там не разберешь, все расплывчато как-то. Пойдемте сбегаем на Ведьмину гору. Посмотрим. Хотя уже вроде бы как ночь наступает. Вряд ли он там нас будет ждать. Пойдем на рассвете тогда сходим.
сходим на рассвете. Ну, а пока нам нужно дождаться, ребята, когда у нас там слиток сготовится, чтобы можно было бы сделать в церквушке стол. Так, что можно, блин, толчок закрыт. И мне нужно еще, ребята, как-то научиться добывать глину. И вот эти вот светлячки нам тоже пригодятся, потому что мы их потом будем ловить в банку. Да, будем в банке их. Тихо, подожди, а что, у меня меча нет, что ли? Эй! У меня должен быть меч, не надо мне тут свистеть. Вот же он. Экипировать. Я думаю, что такое-то, а? Иди сюда. Да что ж ты... Да ладно тебе! Ну, давай, давай. Ага, попалась. Давай еще разок. Да, блин, мы будем попадать под ней или нет? Что, даже ничего не дало, что ли? А, крыло. Опять же крыло. Ну, иди сюда. Еще минус одна. И еще одна. Давай, иди сюда. Я тебя жду. Крыло летучей мыши. Стопудово, ребята, для чего-то нам это все дело пригодится. Опять же, для какого-либо крафта. Слушайте, а я могу на столе там изучать только книжки? Органы я не могу изучать, а? Которые добываю. А вдруг смогу? Кто его знает? Все, ребят, слиток я получил. Теперь давайте сходим быстренько с вами в церковь. Блин, хотя надо, наверное, поспать. Энергии мало. Нам еще же там придется создавать это все дело. Так, и вот в этот вот, пожалуй, сундучок мы еще с вами что-нибудь сейчас выложим. Так, давай, давай. О, ребята, сейчас уже скоро вот подойдет наше время, и мы сможем делать молитвы. Осталось совсем чуть-чуть подождать, а пока выложим. Ох, у меня тут три плиты надгробные. Выкладываю, значит, я что? Ну, давай вот это выложим. Крылышки. Так, выложим, наверное, руду. Я думаю, что камни пока нам не нужны будут. Крылья выложим все. Книжку оставим, остальное, в принципе, нам все нужно. Похоронный сертификат, ну, пускай. Хотя, зачем он нам нужен? Тоже давайте его выложим, все. Отлично. Пойдемте, ребятушки, обратно в церквушку. Взяли. Давай-ка вот сюда. И переработаем в гвозди. Так, поехали. 6 гвоздей есть и еще 6. 12. Плюс еще там у нас было 4. Так что с гвоздями у нас пока все хорошо. По поводу гвоздей можно даже не переживать. Кстати, в морг у меня может принимать 3 тела. Так, заходим. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Вот он этот стол. И делаем... верстак. Куда мы его можем с вами поставить? Можем здесь его влепить. Можем здесь поставить. Ну, можем еще... вот давайте здесь. По крайней мере, он мешать не будет. Хотя я его, конечно, далековато влепил. Ну да ладно, ничего страшного. Давайте посмотрим, соберем его и глянем, что он нам может предложить. Отлично. Так, смотрим, ребята. Бумага из свиной кожи. Бумага из свиной кожи. Бумага из свиной кожи. Смотрите, нужно крылья. Летучий мышь, а у меня как раз крылья есть. Ха. Также мы можем сделать конопляную веревку. Но для этого нужна конопля. Кстати, ребята, да, насчет конопли. Помните, мы с вами купили 3 зерна. Нужно было 4, чтобы сделать всего лишь одно семечко, я так понимаю. Ну что, пойдемте тогда сделаем, сходим за крыльями и сделаем пару бумаг. Бумага. А знаете что? У нас заданницы. Помните, нам чувачок давал задание? Сейчас мы посмотрим, кто же этот был. Он был у нас в трактире. И он просил принести ему бумагу и чернила. Найдите 10 бумаги и чернила. Поняли, ребят? То есть в любом случае нам придется делать бумагу. 10 штук, это не очень мало. Придется очень много летучих мышей убить. Так, а здесь мы... я хотел посмотреть, сможем книгу? Нет, ребята, книгу мы не можем, к сожалению, изучать. А если я, предположим, вот чурку эту поставлю, сможем исследовать? Ну-ка, работать. Подожди, подожди.
Так, вы завершили исследование. Чурбан, этот предмет может быть разложен на... Нихера. Так, погоди-ка. И чурбан у меня исчез? Да, чурбан у меня исчез. То есть вот таким макаром я могу зарабатывать, да, себе веру и науку. Давай-ка еще попробуем. Тоска. Ага, получаем за что-то красное, а за что-то зеленое. Ладно, интересно, за что можно получить синее? Слушайте, а я знаете, что попробую сейчас? Принести сюда череп, кровь и посмотрим, что даст нам, если мы будем именно их исследовать. А почему бы и нет? Мне вот, например, очень было бы интересно, ну, так вот, если по игре. Там, например, из чего состоит кровь. Хорошо, давайте тогда мы сейчас это с вами дело и провернем. А это что такое у нас? История создается на исследовательском столе. История? В общем, берем крылья. Крылья взяли, ребята, с вами. Возьмем кровь, возьмем черепок. Это у нас кожа, ну... Кстати, кожа. Исследование. Оу, мы можем ее исследовать. Смотрите, ребята, получим синенькие эти. Кстати, здесь тоже... Вот, ребята, смотрите, исследование не завершено. И вот за это мы с вами получим синие камушки. Вот оно что, ёлки-палки. Вот она. Так, вот это вот выложим. Пойдемте, ребята, сейчас будем с вами исследовать все это дело. Нам нужны синие очки, поэтому нужно зарабатывать. Так, история создается на исследовательском столе. Мы обязательно это сейчас тоже будем исследовать. Но для начала мне еще нужно найти крылышек. Крылышек летающих мышей. Они у меня должны быть, я это прекрасно знаю. Кстати, вот, ребята, по поводу семян конопли. Видите, 3 штуки, нужно 4. Давай вот это вот все, черепок, кровь. Хотя, ребята, скорее всего, здесь можно будет только по одному предмету изучить. Что я тут нахапал себе от жадности-то? Давай по одному предмету. Вот так вот. Это, я думаю, можно выложить. Создается на проповеди. Создается на проповеди. Вот так вот. Книга вот эта я пока не знаю. Из нее еще можно получить немного бумаги. Вы поняли, ребят? То есть я могу ее как-то разложить на бумажку, на составляющие. Так, здесь у нас с вами... Вот еще крылья. Хорошо. Так, подожди, вот это нам не нужно, это лишнее. Кстати, у нас, по-моему, сейчас на дворе ночь, да? Ночь, поэтому... Вот, ребята, каждое утро я смогу молиться. Наступил тот момент, когда мы сейчас будем с вами молитву делать. Где мыши летающие? Нету. Да, ребята, солнышко уже, точнее, луна. Скажем так, ночь прошла и наступает утро. И как раз день для молитвы нам разрешили именно в этот денек только заниматься. Поэтому пошли. Может быть, это понедельник, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не хватает буквально, ребят, одного. Я думал, может быть, это неделя, понедельник, там, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Но нифигашечки, не подходит. Что же это за солнце, луна... Знаки тут мужской, женский знак. Непонятно, короче, что это за фигня. Как там ориентироваться? У них там, видимо, такой был календарь в свое время. Только им понятный. Так, хорошо, секунду, ребята, давайте-ка посмотрим, что мы можем. Начать молиться. Только в следующий... Ну? Блин, он должен быть, видимо, не наверху, как у всех нормальных людей и игрок. А вот здесь, вот в этой фазе, блин, чтоб тебя разорвало, ё-моё, а. Хорошо, у нас есть, ребята, чем заняться. Пойдемте исследовать. Ох, давайте-ка начнем, наверное, с крови. Да, я хочу исследовать это все дело. Ох ты, ребята, вы... 20! Вот это круть, вот это круть, ребята. Давай исти... Так, стоп. Веры у меня не кончилось. Создается на проповеди. Черт подери, вот тебе и обрадовался, ребята. Теперь придется ждать проповеди.
Хорошо, давайте сделаем тогда с вами бумаги. Мы можем сделать 12 штук. А нам нужно было всего 10. Нам фартануло, ребята. Бумага из свиной кожи. То есть это я беру кожу обычную и делаю 12 бумаги. Хорошо, а здесь тогда что у нас получается? А здесь как-то хреновенько. Тогда, естественно, нам придется вот это вот заказывать, ребят. Офигеть. Из свиной кожи. Когда это на самом деле у нас человеческая кожа. Ладно, сделаем бумаги, потому что нам все равно нужно писарь унести. Но еще нужно будет изучить нам чернила. Так, а теперь открываем древо технологий и смотрим, ребят. Мы можем с вами, смотрите, изучить письмо, журналистику. Но мне нужно стекло, ребята. Где у нас со стеклом проблемы? Так, здесь насекомые, мы не можем это изучить. Пока еще не можем, ребят. Ага, вот, смотрите. Стеклодув создается. Так, а где же мы с вами будем брать песок? Создается на плавильной печи. На плавильной печи. Так, я даже немножко в затерянности. Что же лучше сделать-то? Стекло нам нужно, да? Нужно, я не спорю. Здесь тоже нам много что нужно. Так, смотрите-ка, что это такое? Создать молитву о покаянии. 10.40 необходимо, чтобы гарантировать успех проповеди о грехе и прощении, основанной на историях из твоей молодости. Эффект: деньги с проповеди плюс 10%, вера с проповеди плюс 25-75%, вера от 1 до 3. Необходимо, чтобы гарантировать успех проповеди о грехе и прощении. Хорошо, нам не хватит, потому что у нас 20 очков, тут нужно 30. А вот это что такое? Создается свечка. Так, опять же, свечка. Успокоение веры. Церковная скамейка. Бизнес веры. Так, листовка. И создать молитву. Хорошо, давайте вот это вот с вами попробуем сделать, ребята. Так, молитву мы одну с вами изучили. Церковная скамейка. Наверняка тоже нужно, потому что будут приходить к нам люди. Им нужно будет где-то садиться. Хотя скамейки у нас там есть. Ладно, ребята, я все-таки рискну сделать. Подожди, у нас здесь письмо. Чернила. Вот, вот это вот, скорее всего, мы с вами сделаем. Вот так вот. Еще, ребята, есть у нас немножко очков. Это заметки. Это у нас главы. И также журналистику. Мы могли бы, но не хватает чуть-чуть. Поэтому давайте вот так вот мы с вами сделаем. Так, еще даже есть немножко очков. И давайте посмотрим, на что нам может хватить в данный момент. Пересаживание. Ну, это мы и так сможем изучить. В принципе, это не проблема никакая, ребят, для нас. В данный момент, по-моему, ничегошеньки у нас не получится, ребята. Потому что все вроде бы, что можно, мы пока изучили. По крайней мере, в данный момент, на что нам хватает очков. Хотя вот, мы еще можем с вами свет веры выучить. Все, вот теперь уже, ребята, точно финиш. Давайте посмотрим. Чернила, что нам нужно для этого? Ёлки-палки, а, ребята, нам нужны для этого колбы. Это мало того, что нам еще нужна черная краска. Но она создается на столе алхимии. Здесь перья, перо и чернила. И также чернила нужны. Короче, ребята, в любом случае нам придется с вами набирать очки, чтобы мы могли делать колбы и краску. Так, здесь у нас свечка. Это нужен жир, это нужны пчелиный воск и конопляная веревка. Также белая краска. То есть довольно много чего нужно, ребята. И также нам нужны сферы веры, которые мы с вами еще не очень скоро получим. Судя по тому, как мы лопухнулись, я-то думал, что вот этот значок должен быть наверху. Но нет, он, оказывается, должен внизу быть. И, как видите, у нас всего с вами две скамейки. Мне кажется, этого маловато. Давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы... Так, настенный канделябр и просто канделябр. Что это? Нам... Опа, трупец привезли. Ребята,
срочно бежим. И потом будем еще с вами делать простые железные детали. Трупец. А что ты не спрашиваешь? Смотрю, у тебя дела на лад пошли. Да, только что церковь открыл. Так теперь ты тут, значит, всем заправляешь? Ну, выходит, что так. Ну, здорово, повезло тебе. Неплохой капитал займел. Работаешь теперь на себя. Ты теперь капиталист, выходит. Для бедного ослика вроде меня такой успех недосягаем. На мне все наживаются. Даже ты. Не товарищ ты мне больше. Но я терпеть всю эту несправедливость не буду. Вот тебе подарочек от меня. Вот гад. Ты смотри, что гад сделал. Хорошо, мы это сейчас, ребята, в навоз, наверное. Чё это мы так скользим-то? Я говорю, в навоз будем это перерабатывать? Семена моркови. В принципе, ребята, это даже обалденный подарочек он мне сделал. Он думал, что он мне нагадил. Но нет, он мне удружил. И, кстати, смотрите-ка, ребят, труп-то он мне не оставил. Угу, как-то не странно. И у нас как раз, ребята, с вами здесь есть огород. Сейчас мы здесь будем с вами сажать семена. Так, засадили. Здесь, естественно, тоже. Хорошо-то как, а? И здесь тоже, ребята. Вот они, три грядочки как раз у нас под морковочку пошли. Я надеюсь, он в следующий раз приедет ко мне и также отблагодарит меня. Только уже семенами, например, капусты или еще чем-нибудь. Я был бы не против, честно сказать. Да, ребят, я-то думал, что сейчас у нас будет труп. Мы его быстренько разберем на составляющие. Похороним, заработаем себе сертификат. Но, видите, ослик меня немножко другим отблагодарил. Ладно, я не в обиде на него. Так, смотрим, что у меня здесь есть. Так, бумага есть. Это хорошо, ребята, бумага, это очень замечательно. Смотрите, вот это вот исследовательский стол создается. А что нам делать вообще вот с ним, вот с этой историей? Что оно из себя так представляет? То есть, видимо, какой-то... Вот эта вот звездочка, наверное, скорее всего, означает, что это для какого-то квеста, для задания. Потому что вот здесь вот на леще тоже есть. Не на всех же предметах у нас имеется вот такая вот звездочка, согласитесь. Так, ладно, вот это можно выкладывать, потому что в данный момент это нам не пригодится. Крылья тоже летучей мыши нам уже не понадобятся. Нам нужны, ребята, с вами железные детали, так? Смотрим, простые железные детали, по-моему, так, да. Но у нас, как видим, опять же, ребят, не хватает... Не хватает руды, не хватает дерева. Не пора ли нам этим, ребят, как раз и заняться? Так, дерево, дерево. Пока не могу такие вот большие рубить. Могу только вот выкапывать. Да и то не выкапывается. Да ладно, вы издеваетесь, что ли, надо мной? Я говорю, бревна где? Бревна мне нужны. Вот. Давай разрубим. Вот и другой разговор. А то начинает тут... Так, выкапываем. Что, ты выкопаешь, думаешь, еще? Нет, больше ты не выкопал, к сожалению, полено. Так, положили. Положили, давайте. Вот эти я, наверное, не могу рубить, потому что это деревья, которые, наверное, будут у нас расти. Да, ребята, они будут расти, и как бы это будет у нас сад. Яблоки там, все дела. Черт, я думал, что мы сейчас получим с вами нормальное дерево, а мы получили с вами палочки. Гриб получили. Я все смотрю, ребята, когда наступит то время для молитвы, чтобы заработать веру. Нам она нужна. И вы прекрасно поняли уже, для чего. Для того, чтобы я мог делать исследования. То есть, ну, в принципе, ребята, очень круто это все сделано. Мне нравится. Мне нравится, что мы что-то с вами изучаем, где-то какие-то знания приобретаем. Ну, прям как в реальности. Да, эта компашка очень-очень мне нравится. Я имею в виду компашка разработчиков, которые сделали эту игру. Я Punch Club прошел всю полностью. Это тоже от них. Также не забываем, что от них игра Garage. Тоже они вроде бы сделали. Так, давай-ка сюда.
Ну, а нет, ребят, здесь мы получим с вами. Вот, у нас же тут. Вот, поленье, что я страдаю, ребят. Берем просто-напросто и переносим. Так, ладно, с деревом мы сейчас определимся. Но нам еще нужна будет руда. Нам нужно будет очень много руды. Все так завязано, все очень даже хорошо. А вот эти вот, наверное, пеньки, ребята, если мы будем с вами выкорчевывать, скорее всего, будет полено. Да. Что же, неплохо. Вот единственное, что мне еще интересно, это где же нам все-таки с вами брать песок? Песок и глину. Вот эти вот два составляющих нам нужно будет в ближайшее время где-то найти, где-то добыть. Ну, если песок, кстати, насчет песка. Вы помните, мы с вами ходили на побережье? Там были такие кучки. Я думал, что там что-то зарыто. Может быть, они и есть песок. Мы сейчас с вами попробуем сходить и, наверное, покопать. Если получится, то, значит, я был прав, что песок добывается оттуда. Но если с песком мы еще как-то разберемся, то где же глина? Неужели это вот те дыры в земле? Но опять же, как-то нужно ее добывать. Нужно какие-то научные исследования проводить, чтобы мы смогли ее оттуда извлекать из земли. Ну, я пока у себя в древе такого не видел. Так, ну что же, ребята, здесь вроде бы все, пока мы закончили. Пойдемте теперь сходим туда, к у речки, я не помню, можно будет или нет. Сейчас посмотрим. По-моему, там тоже есть вроде бы песочек. Так, ну здесь явно его нету. А, вот, смотрите, ребята. Вот, мне кажется, вот это вот и есть песок, но почему-то в данный момент мы его не можем, ребята, никак раскопать. Видимо, это нужно будет все-таки нам изучать. Зато я вижу, вон там вон мед лежит, а он нужен мне. Потому что чувачок какой-то там у нас. Оу, а он, ребята, постепенно копится. Вот что. О, тихо. Ты посмотри. Летающие мыши здесь. Это у нас, ну понятно, ребят, как только ночь наступает, сразу же эта нечисть начинает вылетать. Ну давай, хорошо, иди сюда. Готово. И, кстати, вот этот вот камушек я тоже заберу. Погоди секунду, здесь, по-моему, тоже мед есть или нет? По-моему, есть. Да, ребята, есть, видите, он как бы на дереве находится. Улей. Ай, как хорошо. Мы, по-моему, даже соты. Да, пчелиный воск мы с вами нашли. Красота. Мне бы, конечно, честно говоря, хотелось бы, чтобы у меня была своя пасека. И вообще, чтобы все у меня было свое. И пасека. Вот этот вот камень, кстати, который я несу, это то же самое, что бревно на моей базе. То есть я смогу его потом перерабатывать. Вот так вот. Отличненько. Так, пойду-ка я теперь... Нет, не пойду я, ребят, мне нужно ложиться спать, потому что у меня не хватает энергии. И пойду уже все-таки добуду немножко железной руды. Нам нужна руда. Вот, ребята, смотрите, совсем немножко осталось. У нас якобы день прошел. У нас этот значок сместился. Вы это сами прекрасно видите. То есть, буквально говоря, нам еще один день нужно подождать. И все. И мы сможем с вами уже вести проповеди. Я думаю, народу будет куча здесь. Где же руда-то, эй? А руда у нас, ребята, по ходу дела не восстанавливается. Ха-ха, точно. Если я ее здесь в свое время уничтожил, то, как говорится, забудь о ней вообще навсегда. Хорошо. Оу, тихо, подожди. Вы что, откуда вы взялись-то, ребята? Вроде бы не ночь на дворе, а вы откуда-то тут понабежали. Они нам нужны, ребята, для кулинарии. Помните, да? Я надеюсь, вы все прекрасно помните. Даже, наверное, больше и лучше, чем я. Потому что вы смотрите, вы это впитываете как губка. А я, знаете, в этой каше варюсь и могу очень много чего забыть, путаться. В общем, надеюсь, вы меня понимаете. Так, хорошо, ребята, давайте мы сюда сейчас спустимся. Где-то у нас должна быть руда железная. Должна она обязательно здесь у нас находиться. Кстати, я еще не проверил морковку. Жива ли она там? Может быть, она уже там
завяла или кто-нибудь съел. Кстати, вот, вот здесь вот я, ребята, предполагаю, должна быть у нас глина добываться. Но опять же, это мои предположения, я не знаю точно. Так, ягоды собрали. Слушайте, а где же руда-то, елки-палки? Я не могу я ее всю тут истеребить. Она должна быть здесь. Как же я без рудишки-то, эй. Теперь я, кажется, понимаю, для чего здесь в игре сделали кузнеца, который продает. Помните, я говорил, зачем нам это все нужно, если мы сами все это можем добывать. Но, по ходу дела, ресурсы у нас здесь заканчиваются, и рано или поздно нам придется ходить к нему и покупать. Вот здесь, кстати, тоже можно сделать. Так, 10 клиньев, детали и бруски. Надо будет запомнить, ребята, и обязательно сюда вернуться и... сделать. Во, во, нашел, ребята, хорошо-то как, нам повезло. Нашел я все-таки немножко руды железной. Так, ну, три месторождения, скажем так, три кусочка. Давайте вот, ах, нет, вот смотрите, тут их даже больше. Ну что же, грубо говоря, железная жила. Это отличненько. Также не забываем, ребята, что здесь будут и другие металлы. Правда, я их пока еще не встречал. Вот только железо. А там, по-моему, алмазы. Что-то такое еще должно быть. Так, дай-ка я вот этот вот. Куда-то вот как-то, как-то на болоте все это сделано. Ребята, а мне не добраться до них. Это как-то надо обходить, что ли. Давай мы вот здесь вот с вами обойдем. Ага, вот, отличненько. Здесь можно еще покопать. Давай, давай. Руды нам нужно много, так что нечего, как говорится. Давай, собирай. У нас тут, знаете, своего рода маленькая ферма начинается получаться. Только помимо того, что мы с вами не фермеры далеко, а хранители кладбища, тем не менее, все так классно получается. Будем совмещать профессии фермерства, смотреть за кладбище. Плюс мы еще, как с вами, проповедники идем, да, будем читать молитвы. Народ, как говорится, подбадривать. Неужели труп нам привезли? Не может быть, ребят. Я не верю своим ушам. Как туда-то пройти? Что за ересь, а? Неужели мне нужно вот это все болото обойти? Так тут вроде бы как тупик. Странно. Очень странно, ребят, получается. Как мне пройти-то туда? Нельзя. Просто нельзя, ребята. Вот и все. Вот и тупик. И, кстати, вон она, по-моему, ребята. Это ик трава-то. Эх, как мне туда попасть? Как мне туда попасть, я спрашиваю. Дайте мне пройти. Блин, там ик трава находится. Ё-моё, ну что за... Ну что за глупости, а? Так, давайте-ка посмотрим тогда еще раз через верх вот здесь вот пройдем. Да ну нафиг, не может быть такого, чтобы я туда не смог попасть. Сейчас у нас ночь на дворе, да? Сейчас, наверное, всякая нежить повлетает здесь. А я бегаю тут. Без брони, кстати, без брони, ребята, я бегаю, мне нужна броня. Ее нужно будет обязательно себе сделать и экипировать. Слушайте, ну это фигня полнейшая, потому что... Я понял, кажется. Я, кажется, теперь понял. Вот здесь вот у нас завал находится, да? Вот этот завал, если я прочищу, мне кажется, мы вот так вот сможем с вами там пройти. Видите, здесь никак не получается. Через верх и вот сюда вот вниз. То есть в первую голову нам нужно с вами расчистить вот этот вот завал. И еще раз посмотрим, что для этого нужно. Нам нужны клинья, нам нужен брус и нам нужны железные простые детали. Клинья, брус, детали. Всего по 10 сделаем, и нам этого за глаза, ребята. Там у нас и трава, и руда находится. В общем, все, что нам нужно. Ну, а теперь пойдемте по-быстренькому домой. Все равно у нас скоро уже наступит тот самый день, где мы будем делать проповеди. Я все его жду, жду, никак не дождусь, елки-палки. Так, и труп, да, надо не забыть, у нас же здесь трупак лежит. Ой, подожди-ка, осел опять? Опять сейчас будет что-нибудь говорить. Ну, давай посмотрим. Раз, два. Три, четыре. Больше морковки ослам в этом мире. Ты чего делаешь? У меня забастовка. В смысле?
В смысле, я не намерен горбатиться на тебя и таскать тебе новые трупы. По крайней мере, бесплатно. У меня тут список требований. Первое, улучши условия труда. Смажь уже эту телегу. Сил моих нет, это скрежет слышать. Второе, один выходной в неделю. Никаких больше тел. По выходным, видимо, ребята. Да, это выходной. И последнее, по списку, но не по назначению. Лучшая оплата труда. Эти трупы не с неба падают. Они вроде как естественный ресурс. Я требую свою долю. Каждый новый труп будет тебе стоить 5 морковок. Морковки вперед. Можешь поставить тут ящичек и хранить в нем морковки для меня. Я их сам забирать буду. Откажешься, ищи другого осла. Ах да, тут поблизости нет других ослов, кроме меня. Ты гад. Вот, кто из нас еще бюрократ? Ребят, смотрите, пастырь идет. А что это он ночью-то идет? Эй. Странно. Так, хорошо, смотрите, что у нас здесь, ребята? А, это, видимо, мы сейчас ему сделаем ящик, куда сможем положить морковки, да? Теперь просто морковки положи, и дело сделано. Ты жук, а? Ладно, хорошо, уговорил. Посмотрим, ребята, у нас есть еще место в инвентаре. Вот так вот, ребята. И он меня еще называет буржуем, а? Ну, ослик, а? Так, погоди-ка, они у нас не созрели, что ли, еще? Так, грядка с подпорками, куча компоста. Ого, ребята, куча компоста мы теперь можем с вами делать. Так, ящик, я так понимаю, это обычный ящик и грядка с подпорками. Пустая грядка. В плане пустая грядка. А, ну, чё я туплю, действительно. Просто обычная грядка. Хорошо. Хорошо-то хорошо, а энергии нету, ё-моё. Придется идти обратно. Слушайте, я надеюсь, я не просплю наш день, который я ждал хрен знает сколько. Давай поспим маленечко. Чуточку буквально. Так, вот оно, наступило утро. Все-таки, ребята, это, по-моему, дни недели. Но почему-то у них нет воскресенья. У них тут до субботы. Так, я отлично выспался, ребята. Выложим сейчас с вами лишнее. У нас лишнее что-нибудь есть? Да, у нас есть крылья, ненужные пока. И вот это вот желе выложим. Также выложим пока медок и грибок. Так, и руду. Сделаем с вами по-быстренькому чурок. Вот так вот, 15, да? Я думаю, для начала нам хватит. Слушайте, чурки, мы их сможем потом сделать, ё-моё. У меня энергия на это дело все быстро тратится, а мне нужно еще идти проповеди читать, в конце-то концов. Не тем мы занимаемся с вами. А этот еще ждет морковок своих, ладно. Зашиваюсь, ребят, на работе, просто зашиваюсь. Ну что, дорогой, давай поговорим с тобой. Так что за личная просьба? Думаю, как нового члена духовенства было бы неплохо приобщить тебя к одному богоугодному делу. Я задумал открыть столовую для городской бедноты при соборе, разумеется. Это должно пойти мне на пользу. Слишком уж я хорошо выгляжу на фоне этих доходяг. Подкорм им не повредит. Ха-ха. Сегодня по пути сюда я заметил глиняные ямы прямо через дорогу от церкви. И подумал, из этой глины можно сделать мисок для столовой. Ах, вот оно что, ребята. Наделай для меня глиняных мисок, а я за это подарю тебе свою книгу «Епископство для чайников». Это даст тебе базовые очки. Я, кстати, с радостью куплю у тебя хлеб для раздачи беднякам. По божественной цене, разумеется. Оу, ес, ребята. Представление о грунте. Вы открыли новую технологию и получили знания. Сбор песок и сбор глины. Ура, ура, ребята. Аллилуйя, это случилось. Это случилось. Так, что он тут предлагает мне? Печенье для причастия.
Свечка. Ага. И вот все, что он, ребята, может у меня скупить. Смотрите-ка, уровень качества еще тут у нас растет. Я вот не знаю, вот это вот ему нужно продавать или это все-таки нужно оставить мне? Хорошо, пойдемте, ребята, попробуем все-таки молитвочку. Должна у нас она получиться. Все-таки тот самый день наступил. Начать молиться. Качество церкви 5. Качество церкви, так, требуется 10, шанс успеха 50%. Создаем. Опа, люди идут, смотрите, ребят. Я бы хотел сказать речь. Наша церковь великолепна. Отлично. А сейчас давайте помолимся о благословении. Отлично, отлично, хорошо, отлично. Не забывайте про пожертвования. Отличная проповедь, отличная, да-да, точно отличная. Ты смотри, ребят. Хоп, и монетки зарабатываем еще. Есть. Три веры мы с вами получили, а я еще могу помолиться? Можно будет только в следующий. Ах ты, один раз, ребята, в неделю я могу лишь сделать проповедь. Один раз в неделю. Ну, грубо говоря, неделя у нас, да? Так, отчет о проповеди. Пришло посетителей 5, веры получено 1, пожертвование 15 медаков. Результат успех, шанс успех 50%, бонус веры 2 штуки. Ребята, чем больше у нас будет здесь скамеек и чем лучше у нас будет сделана церковь, тем больше мы с вами будем получать и пожертвований, и веры. Вы поняли, да, намек? Я думаю, вы не глупы, вы прекрасно поняли все это. Так, что мы можем с вами сделать? Письменный стол. Стеллаж для свитков. Стеллаж для свитков. В общем, ребята, нам нужно очень много досок, очень много простых железных деталей. Ну и, естественно, гвоздей. Церковный верстак. Верстак у нас с вами уже есть. Так, что же мы с вами можем? Да, нам нужно, ребята, сделать исследование. Но исследование мы будем с вами делать только лишь тогда, когда я наберу сюда черепов, крови и так далее и тому подобное. Мы будем их исследовать. Для этого мы будем тратить сферы. Слушайте, неужели я действительно только один раз в день могу? Да, ребята, только один раз в неделю, получается, могу сделать проповедь. Так, и этому... нужно мисок. Мисок ему нужно 20 штук, ребята. И для этого нам, естественно, нужно пойти заполучить глину, заполучить песок. Ослу нам сейчас нужно отдать морковки. Ох, сколько у нас, ребята, с каждым днем делов-то все больше, больше и больше. Давайте выложим пока все, что нам здесь не пригодится. Теперь уже, да, мы можем с вами нарубить чурок. Потом эти чурки порубить на дрова. Ой, как быстро у нас энергия-то уходит, а? Дрова, давайте сделаем, сколько мы можем. Ой, ой, сколько мы можем с вами дров наделать. Целую кучу, ребят. Просто кучу дров. Так, 6 есть. Я думаю, сделаем где-то 24 и нормально будет. Так, энергия закончилась. То есть еще два разика поколем. И пойдем уже с вами смотреть, что там у нас с рудой, что у нас там с песочком. Нам нужно стекло, чтобы делать чернила, чтобы ловить мотыльков. Также у нас там, не забывайте, еще куча компоста, которую тоже нужно сделать. Прикольно, короче. Очень прикольно. Обожаю эту игру, ребят. Просто обожаю. И вообще вот эта вот компания, которую сделала эту игру, вообще она обалденная. Так, хорошо. Пока хватит нам этого. Пойдемте разведем с вами огонь. Так, разведем огонь. Разведем. Погоди. Нам нужно с вами... Так, на 180 нужно 20 дров. Но давайте еще немножко с вами
порубим. Так, отлично, все порубили, ребята. Руда у меня с собой, Теперь, естественно, будем создавать. Вот так вот. Да, я думаю, вот этого достаточно. Теперь давайте ставить на переплавку. Ой, какая красота, ребята. 9 слитков у нас получится. 9 слитков. Естественно, мы из них сделаем обычные простые детали железные, ну и немножко сложных. Также нам нужно будет еще гвоздей понаделать. Так, здесь мы что с вами? Здесь у нас, кстати, да, насчет брони, ребят. Кожа. 4 кожи нужно, да? Хорошо, это мы с вами сделаем. Нам нужен брус. Помните, да, для чего? Помните прекрасно. Я хотел там сделать, пробить проход. Давай еще разок сделаем. Вот так вот. 5 брусков, нормально. Так, отлично. Хорошо. И нам нужно что еще? Так, бруски. Нам нужно будет железные детали. Так, нам нужны клинья. 10 штук, ребята, клиньев надо. Ах ты, я не могу пока сделать, да, ребят, пока вот это все не доделаю. Ой, назаказывал я себе дров, ё-моё. Что-то погорячился я. Блин. Ну, зато с дровами у меня все, ребят, никаких проблем, наверное, не будет. Так, все, энергия закончилась. Кстати, ребят, вот этот значок, еще разок глянем сейчас, персонажи, инквизитор, ведьмная гора. По-моему, все-таки, да, ребята, нужен вот этот значок. Ладно, тогда я спокоен. Я иду отдыхать, сейчас отдохнем, выложим руду, она все равно нам пока здесь больше не пригодится. Выложим дрова. Чурки эти положим сюда. Сферы возьмем с собой. Так, ложимся, отдыхаем, спать. И потом уже наберем сейчас с вами крови, костей. И пойдем исследовать с вами. Нам нужны синие очки, чтобы дальше как-то развиваться. После этого у нас дофига чего. После этого надо и к ослу сходить с морковками. Очень много делов, короче, у нас. Так, здесь получили. Давай-ка посмотрим. Так, жир. Жир, по идее, нам нужен, ребята. Если мы сейчас его истратим, мы не сможем с вами потом ничего сделать в ближайшее время. Возьмем черепки, кровь и, пожалуй, немножко мяса. Вот так вот. Все, пойдемте сразу будем исследовать это. Отлично, просто отлично. Так, а ослик так и стоит, ребята, никуда не уходит. Несмотря на то, что ночь, день, утро, он все равно стоит и ждет. И ждет своих 5 морковок. Знаете, что я думаю? Вот мы с вами сходим на огород, да, заберем морковку. А как дальше-то нам выращивать ее, а? Неужели мы можем морковку перерабатывать в семена? А, смотрите, как кровь уже исследована. Значит, мы не можем из нее ничего получить. Давайте кости тогда. Давай исследовать. Работаем. Сколько нам дадут очков за это? Вау. Сколько? 20. Это же очень хорошо. Давайте дальше исследовать с вами черепа. Погоди-ка, наука. Подожди, наука. Почему у меня не хватает очков науки? И где их брать? Вот что самое интересное. Секундочку. Что за бред? Технология. Давай посмотрим. У нас 20 очков с вами есть, да? Цена веры. Сжигание тел. Так, сжигание тел, это понятно. Успокоение веры. Вот эта вот скамейка, ребята, тоже нам, скорее всего, понадобится.
Давайте посмотрим, что нам нужно в первую очередь как бы сделать. Тут не хватит очков у нас синих. Журналист. Ты замечаешь интересные детали в окружающих людях. Сложив их вместе, получается история. Иногда, разговаривая с человеком, ты получаешь такую историю. И как раз вот у нас здесь создать историю. Так, что-то я немножко... Ладно, хорошо, ребята, не отвлекаемся. Тут у нас книги. Создавать твердая обложка, создать книгу, создать мягкую обложку. Вдохновение писателя. Черт подери. Ладно, мне нужно, ребята, все-таки... Вот, вот это вот нужно мне. Стеклодув. Открываем. Осталось совсем мало очков у нас, но вроде бы должно на что-то, наверное, хватить. Нет, не хватает? По письму тоже не хватает ни на что? Нет, хватит. Вот это вот можем мы сделать с вами. Книги. Книги. Создается на церковном верстаке. Хорошо. Изучим. Ох, ребятушки. Но интересно другое совсем мне. Откуда у нас берется наука теперь? Если с этими я понял, с Верой, все, то наука. Хитро все здесь сделано. Так, значит, смотрим, ребята. Здесь у нас чернила. Это нам нужно будет сделать. Для этого нужны колбы, вода и черная краска. Алхимический стол нам для этого нужен. Алхимический стол. А где же он у нас создается? И из чего? И можем ли мы его вообще сейчас сделать? Так, я вижу только стеллаж для свитков. Письменный стол. Письменный стол. А у нас здесь письменного стола нету, по-моему, да? Это у нас исследовательский стол. Церковный... Нет, ребята, у нас нету здесь письменного стола. Вы представляете? Поэтому я думаю, что нам нужно его сделать. Письменный стол. Надо доску и гвоздей. Доска и гвозди. Запомнить бы это все, блин. Так, а теперь я пошел... Куда? Ослик меня ждет. Нужно ему компоста, блин. Какого компоста? О чем я говорю? Нужно ему морковок, ребят. Совсем уже заигрался. Компост мне нужен. Так, давайте посмотрим. Так, ягодки опять тут созрели. Заберем это все, естественно. Да куда ты рубишь дерево? Я говорю, ягоды мне нужны. Так, морковка вроде бы созрела, ребята. Сколько мы получаем моркови? 8 штук. И компост сразу же получаем. Ага, и семена моркови, ребята, мы получаем. Так, давай-ка вот здесь мы сделаем. Посмотрим, что у нас получается. Создать. А что мы можем здесь создать? Выберите ресурс для создания. Давай вот компост создадим. Пошел создаваться, ребят, компостик. Замечательно. Так, создать. По-моему, больше не хватит. Или хватит? Нет, не хватает, ребята. Так, сразу же... Погоди-ка, секунду. Здесь у нас что? Это ящик, по-моему, да? А, это грядка у нас. Посадить. Давайте сажать с вами семена. Да, семян не хватает больше. Так, куча компоста. Куча компоста. Ну, мы сделали с вами. Вот грядка с подпорками нужно будет еще сделать нам. Обязательно сделаем. Так, пойду я все-таки дам морковку нашему ослику, бюрократу, который меня еще называет шарлатаном, а? Ну, ослик. Так, ребят, не забываем, что нам нужно будет с инквизитором встретиться вот в этот назначенный день. На, ослик, держи свою морковку. Ну, не так уж и сложно было, правда? Это только начало. Тебе правду... Нужно это делать? Да, и чего ты вообще жалуешься? Дорога-то общественная, и вообще, это мой манифест. Я думал, что ты хороший ослик. А я хороший ослик, но не для тебя. Гад, ну я тебе дал морковку, что тебе еще-то надо? Что-то не хочет он уходить. Поговорить, может быть, с ним опять надо? Отдать масло? Да ладно, какое тебе еще масло я должен отдать, эй?
С какого вдруг перепуга? Ослик? Чё? Ослик, ты мне труп-то... Подожди, он труп, наверное, мне оставил. Он, наверное, вот здесь вот, да? Ой, у нас тут два трупа. Так, ты у нас тут теперь святоша. Ну, выходит, что так. Что-то я ничего о загробной жизни не помню. Может, нет там ничего? А может, я просто забыл, как и все остальное? Иногда амнезия — настоящий дар. Ну, ты понимаешь, о чем я? Так, ребята, я понимаю, о чем он. Я труп жду, а он здесь лежит, уже гниет. Ё-моё! Давай быстрее, быстрее его! На аутопсия! Черт, черт, черт! Давай, вот это вот нам нужно. Нам это нужно. Блин, работаем, работаем быстрее, пока он еще. Хотя здесь он уже, по-моему, ребята, не испортится. Так, давайте сердце возьмем, потому что это мы еще с вами не исследовали. Нам в дальнейшем это пригодится. Также мы возьмем с вами кишки, извлечем. Так, погоди, у меня что, не хватает места? Не хватает места, ребята. Эх, давай дальше, что? Что нам? А, нам нужен жир. Жир нам тоже пригодится, потому что он идет для, по-моему, чернил, да? Или что-то в этом роде. Все тут у нас валяется, не подойти, как говорится, ничего не сделать. Ладно, дальше у нас что? Мозг. Мозг тоже, ребят, по-моему, мы не доставали ни разу. Все. Так, забираем, наверное... А, подожди, мясо, мясо же еще. Мясо, да. Все. Слушайте, пускай он здесь, ребята, полежит. Так, вот этого я тоже, пожалуй, положу на разделочный. Нет, я его даже вот сюда положу. Вот. И пойду, ребята, выложу. У меня что-то слишком тут дофига всего накопилось. И, наверное, надо будет поспать, потому что очень мало энергии. Так, открываем. Смотрим. Что тут нам можно выложить? Вот это выложим. Так, кровь. Это все пока нам не выложить сюда. Это надо будет вот здесь все хранить. Кожа, черепа, кровь, мясо. Так, семена моркови и ягоды. И давайте уже, наверное, ложиться баньки. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, на этом будем с вами закругляться, завершать эту серию, потому что она и так у нас получается слишком длинная, долгая. Немногие смогут посмотреть, не у многих хватит терпения. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии, и у нас еще очень много дел. Нам нужно и глину найти, и песок, и всего-всего. Так что, дорогие мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.